Доброе утро. Я выхожу из дома, стою на крыльце, а меня здесь уже Дашка встречает. Да, шутка уже встречает. Привет, моя красавица. Как дела, Дашка? Как ночь прошла? Морозно сегодня, да? Ну что, будем здороваться? Будем здороваться, да? Моя, да, моя ты красавица, умница. Пойдем куряшек посмотрим. Пойдем куряшек посмотрим, да что? Вон снег как рыпит. Мороз. Вчера с вечера было минус 12. Сейчас посмотрим, сколько сейчас. Сегодня 20 января. Вот так вот тихо. Дашка опять уселась, да? Не холодно, что ли, уселась? Ты посмотри-ка, что. Тихо, ничто, никто не шелохнется. А я иду в курятник. Обычно приходишь с утра полвосьмого, 8 уже есть яички, чтобы не замерзли наши яички куриные. Сейчас посмотрим, хоть сколько градусов. Сколько у нас сегодня с утра? Да и не так и много, думала больше. Минус 11 градусов. Сейчас зайдем в курятник, посмотрим, что у нас тут дела. Ох ты, так к вам бежала, что даже забыла вам свет включить. Привет! Привет, все собрались, да? В такую погоду минус 11 можно вас и выпустить еще. Вчера они у меня гуляли. Ну-ка посмотрим, нет яичек сейчас там. Ну-ка. Нету, нету, скажи. Нету там яичек, скажи. Вот так вот ничего не видно пока. Ну ладно. А я-то думала забежать, посмотреть. Скажи, за яичками быстро прибежала. Да? А свет нам забыла включить. Вот ты, господи, моя красавица. Первый пошел. Ну и хорошо. Все, сейчас вас покормлю. Выпустите меня. Выпустите меня. Ох так. Вот так. Да, да, шутка. И меня, скажи, покормите. Сейчас всех покормим. Вот. На подоконнике у меня такая же красота. Вот пеларгония, эта шапочка у меня отцветает. Вот видно, что листики облетают. Распустился другой цветок, но такого же цвета. А помните, я говорила, что у меня распускались одно время цветы? Вот на одном и том же растении разного цвета. Но вот пока одного цвета. Как будет другого, обязательно вам покажу. А сегодня у нас пирожки. Я уже говорила, что в нашей семье тесто для пирожков всегда ставит муж. Дрожжевое тесто, все добавляет на глаз, и все всегда у него классно получается. А вот сегодня он изменил рецепт и добавил туда, ну, пока не скажу, что он туда добавил новенького. Вот мы пирожки пожарим, попробуем, и я обязательно с вами поделюсь этим рецептом. А сейчас хочу сказать только одно, что тесто так классно подходит, опара классная была. И вот какая сегодня классная опара. Ой, это просто красота. Прям пышет, пышет. Это просто красота. Ох ты! Сейчас добавляю муки и замешиваю тесто. И вот сейчас я сформировала вот комочки теста для пирожков. Накрыла пленкой. Так хорошо подходит. В общем, пока мы довольны. И первую начинку я уже приготовила. Это у меня будет лук, морковь и капуста. Одна из любимых нами начинок. И все, я делаю пирожки. Пирожки с капустой я уже сделала. И приготовила вторую начинку. Пожарила куриный фарш. Тоже с луком, с морковкой. И прям вот не могу не показать. Посмотрите, как хорошо подходит тесто. Вот эти вот комочки, шарики, как они поднимаются классно. Пока я всем довольна. Все, делаю теперь пирожки со второй начинкой. А у меня на столе уже закончились комочки теста. Вот достала тесто в дежи.
Посмотрите, какое прям тесто. Ой, такое мягкое. Ой, воздушное, легкое. Вам скажу честно, всегда у нас тесто было классное, но это прям что-то с чем-то. Продолжаю дальше лепить. Ну что, первые пошли. Вон, как они хорошо поднимаются и румянятся хорошо. И уже переворачиваю. Вон, какая красота! Какая красотень! И уже приготовила кастрюлю, сейчас выстелю бумажными полотенцами быстренько. Первое уже все выкладываю. Выкладываю в кастрюлю. Первый пошел. Второй. И быстренько все остальные. Следующие партии тоже такие же красивые. И так хорошо поднимаются. Просто красотень. Стол у меня уже пустой, и дожариваю пирожки с третьей начинкой. Это у меня уже картофельное пюре с грибами, с луком и морковкой. Вот такая красота. Все, все пожарила. Я все пироги испекла. Посмотрите, у меня как в сказке. Кастрюля побольше, поменьше, совсем маленькая, с тремя разными начинками. Я вам хочу сказать, пироги получились просто бомба. Вот беру пирог со своей любимой начинкой, с капустой. Посмотрите, какой он мягкий, нежный. Ой, муж попробовал, я еще не пробовала. Вот он какой. Воздушный пирог, а корочка прям хрустящая. Вот сейчас будем есть и получать удовольствие. В общем, рецепт нам понравился. Интересно, а вы догадались, что мы добавили в тесто? Если нет, обязательно расскажем вам в следующий раз.